Губернатор Сергей Морозов поздравил изобретателей Ульяновска с профессиональным праздником. Встреча с представителями творческой и одновременно технической профессии проходила в Доме предпринимателя. На встрече губернатор выступил с инициативой полноценного возрождения в регионе деятельности общества изобретателей и рационализаторов, а также предложил расширить меры поддержки начинающих представителей профессии. На региональном уровне серьезно задуматься не только вот по мерам поддержки, используя возможности там, университетов и вот возможности фонда содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере, но и в том числе возможности бюджетов разных уровней, и регионального, и муниципальных бюджетов. У нас есть возможность вспомнить о этой славной истории общества, когда достаточно большое количество рационализаторов, изобретателей были представлены в органах представительной власти, были депутатами, в том числе народными депутатами там, Советского Союза. Сами изобретатели, в свою очередь, поблагодарили региональную власть за те возможности, которые она уже дала для внедрения новых разработок. Андрей Борисов, представитель Центра молодежного инновационного творчества, разрабатывает двух- и четырехколесный транспорт. Разработки он ведет буквально в гараже, но это не мешает им продаваться потоком. За последние два года я разработал велосипед новой конструкции, затем снегоход с двумя двигателями. И сейчас мы занимаемся трайками, то есть дрифт-трайки, такое новое направление. Что это такое вообще? Ну, это как небольшой мотоцикл для отрабатывания навыков дрифта, то есть управления автомобилем заносом. Всего во встрече приняли участие около десятка изобретателей с разным стажем. От вот таких молодых парней до докторов технических наук, разрабатывающих радиопрозрачные материалы. Так что своих кулибинах ульяновская земля не забывает. Андрей Творогов, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.